Сегодня назначен новый председатель Мурманской областной избирательной комиссии. Им стал Антон Богомолов, до сегодняшнего дня занимавший должность заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области. Накануне кандидатура Богомолова была утверждена в ЦИКе. В Центральном избиркоме сделали ставку на молодость кандидата и при этом большой опыт работы в качестве юриста. Ранее Антон Богомолов возглавлял отдел по расследованию особо важных дел в региональном следственном управлении СКР, а также работал в органах прокуратуры. За кандидата проголосовали 12 членов избиркома. Один бюллетень признан испорченным. К своим обязанностям Антон Вячеславович приступил уже сегодня. Я не ожидал такого единодушия, но очень благодарен и членам избирательной комиссии области, и членам Центральной избирательной комиссии, которые рекомендовали меня прежде всего, да, для избрания на этот высокий пост. Вот в настоящий момент я хотел бы ограничиться буквально несколькими словами. Хотел бы сказать, что воспринимаю прежде всего это как ответственность большую и понимаю, что впереди предстоит большая работа.